друзья! Хотя до Нового года еще очень далеко, только весна, но многие мыловары уже присматривают бычков к Новому году. И у меня есть вот такая формочка, называется эта форма «Мишка в костюме бычка». Формочка с магазина «Мыловар Про», ссылочки я вам оставлю. И в этом видео буду делать вот это мыло. Взглянув на эту форму, мне она показалась довольно сложной и не для новичков. Но на самом деле форма заливается легко и просто. Сегодня мне понадобится черный пигмент, чтобы выделить здесь глазки и носик. Потом я возьму коричневый пигмент для самого тела Мишки. Ну и пока еще не знаю, каким цветом сделаю костюмчик по ходу дела. Чего-нибудь придумаю. Заливаю глазки и носик черной мыльной основой. У меня она уже была, я ее просто растопила. Глазик, глазик и носик. Носик капельку почистим, потому что немножечко вылилось, но в принципе основа попадает очень хорошо сюда. И, конечно же, все вот это аккуратненько вот так вот тыкаем, чтобы наши глазки сцепились со следующей основой. Следующая у меня основа будет коричневого цвета, у меня она тоже есть, я ее просто разогрею. Держим форму так, как нам удобно. Я держу форму так, как мне неудобно, но так видно вам. Брызгиваем спиртом и заливаем всю мордочку. Так, заливаем до тех пор, пока основа помещается, как бы, чтобы она у нас не вылилась. Такой вот просто первый слой. И когда он у нас застынет, будем продолжать заливать уже всю мордаху по контуру. А тем временем, главное форму держать аккуратно, можно залить лапки. И смотрите, покрылась пленочкой такой наша мордочка, вот оно даже видно. Можно спиртом брызгать, можно не брызгать. Чуть-чуть форму под нужным нам наклоном и заполняем уже такой вот основу. Видите, более или менее подстывать начала. И вот это все аккуратно мы заполняем вот здесь. Стараемся крайний слой такой, как бы вот краешек, делать как можно толще, иначе он у нас просто растопится, если будет совсем уж тонкий-тонкий прозрачный слой. Не спешим и наслаиваем. Основа уже хорошо подстыла и долго ждать ничего не надо. И вот здесь вот у нас вот это место до пуговки, это у нас шея. Поэтому ее мы тоже делаем под цвет нашего Мишки. Сначала такой тонкий слой и сверху накладываем еще слой потолще. Вот так все получается. Дадим подстыть, и придется мне разогреть основу еще раз. Вот здесь у нас есть хвостик, пока я просто не рискую перевернуть форму вниз головой. И теперь уже смело можно заливать сам хвостик. Тут тоже очень хорошее углубление, легко заливается. Дадим чуть-чуть подстыть. И вот здесь кисточка от хвостика. Но все, что нечаянно тут у нас пролилось, потому что я основы много налила, очень легко очищается вот так аккуратненько зубочисточкой. И сразу же можно хвостик процарапать. Дальше я беру совсем немножечко, так сказала с таким выражением. Дальше я беру совсем немножко белой мыльной основы и добавляю сюда пигмент фисташковый, красивый цвет. Решила сегодня использовать его. Делаю такой яркий, насыщенный цвет. Прям вот много добавила. В такое маленькое количество основы я не добавляю никогда тушку.
всякие вот там, когда глазки заливаю, чтобы после потом в мыле запахи не смешивались. Вот такой получился классный насыщенный цвет. Этим цветом будем выделять сейчас пуговичку для начала. Вот здесь она с одна пуговичка, прям под горлом. Так, смотрите, раз. Вот здесь у нас не очень, как бы, добраться легко, на камеру не очень легко набраться. У нас есть на костюме пятачок бычка. Или у бычка не пятачок. Ну, в общем, вот эта круглая штука с ноздрями. И мы ее тоже заливаем таким вот цветом поярче. К сожалению, мне неудобно вам показать. Сейчас как-то покажу. Заливать-то ее легко, но когда вот под наклоном держишь, вот там она есть. И сейчас она у меня застынет, и я залью еще ярким рожки. Вот здесь у нас есть рожки. Я их решила тоже немножко выделить, сделать поярче чуть-чуть. Для основного цвета я взяла 50 грамм белой мыльной основы и добавила сюда вот эти все остатки фисташкового. Но я смотрю, что цвет получился практически такой же едучий, хотя рассчитывала на то, что этот цвет будет вот такой вот светленький. Я боюсь, что эти цвета сольются, и не будет даже видно того, что я тут что-то выделяла. Поэтому попробую чуть-чуть изменить оттенок. Это просто обычный зеленый швейцарский пигмент. Ну и раз он у нас такой весь зеленый, я возьму отдушку яблока. Вот такой цвет мне нравится больше. И теперь у меня отвалился рог. Я бы его залила заново, но у меня больше нет фисташкового пигмента. Я его уже развела, ладно. Держим чуть-чуть под наклоном. Основа уже не такая горячая. Неудобно мне держать так, чтобы вам было видно. Ничего делать. Заливаем вот здесь вот все вокруг. То есть заливаем сам капюшончик, чтобы он точно хорошо пролился. Вот залили и подождем, пусть все это тут застынет. Ну и дальше я залью лапки и покрою тонким слоем основного цвета саму мордаху, чтобы точно цвет не расплавился. Лапки. Даже и пуговичку покрыть на всякий случай. И давайте покроем чуть-чуть саму мордаху. Я сбрызнула там все спиртом, скрепила форму резинками. Сбрызну еще раз. И теперь буду заливать уже всю оставшуюся основу. И надеюсь, что мне ее хватит. Наливаю до середины и простучу. Убираю пузырьки и доливаю уже всю основу. Также точно похлопаю, постучу. Ну и давайте смотреть, что у меня получилось. Чувство у меня такое, что плохо он пролился, потому что на камеру очень неудобно заливать вот такие всякие формы, где надо крутить форму под разными наклонами. Так. Вот он какой. Милый-милый получился, очень классная формочка. Заливала я ее как бы пробный вариант. Тоже пробовала залить и пузико не заливала. Видите, остались тут пузыри, поэтому пузико лучше заливать. Также на этой форме есть на костюме бычка вот здесь глазки. Их в принципе залить реально, но я этого делать не стала. Почему? Потому что как бы эту фотографию этого мишки сделаю для фотопримера, и под Новый год начнутся на него заказы. Просто если заливать здесь еще и глазки, с ума можно сойти. Проще эти глазки подрисовать акриловой краской.
Здесь надо немножко все вот это почистить. И можно поставить блики акриловой краской на глазках. Мыло весит очень мало, 55 грамм, хотя в высоту он 8 сантиметров. Вот такой вот классный, няшный мишка получается. Спасибо за то, что смотрите наше видео. Всем пока и до новых встреч!